Всем привет! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Сегодня у меня на обзоре очередная акция от чипсов Pringles. Началась она с 4 января и будет действовать до 31 марта 2021 года, то есть по сути почти 3 месяца. Я, как всегда, купил всего лишь одну акционную банку чипсов Pringles, так как они не совсем дешевые. Они — это в смысле чипсы. Это Pringles со вкусом сметаны и лука. Кстати, акция действует не только в Украине, но также и, по всей видимости, еще и в Беларуси, возможно, еще и в других странах. Участие в акции происходит как обычно: вы покупаете банку чипсов Pringles, и на дне банки с внешней стороны находится уникальный 19-значный код. Это буковка L и плюс еще 18 цифр. Именно вот этот код необходимо будет зарегистрировать на сайте акции pringles.com. А вернее, там немножко по-другому он звучит, но ссылочка на данный сайт будет указана под видео. После регистрации этого кода вы узнаете, выиграли вы какой-то приз или не выиграли. За сутки можно зарегистрировать не более одного кода. Давайте посмотрим на эту банку Pringles, что же на ней указано. Итак, подробности на pringles.com. Акция действует с 4.01 по 31.03. Чеки, кстати, необходимо сохранять на тот случай, если вдруг вы выиграете какой-то приз, то вам необходимо будет предъявить фотографию данного чека, либо его оригинал. Не знаю, как правильно, потому что я пока что еще не выигрывал в данной акции. Что же в этой акции можно выиграть? По всей видимости, после регистрации кода вы гарантированно получаете 7 дней бесплатно Xbox Game Pass. И, то есть, это приз в каждой банке, да? И, кроме того, вы получаете еще возможность выиграть один из призов. Первый самый крутой приз — это игровая консоль Xbox Series X. И кроме того, можно еще выиграть компьютерные призы. Это гарнитура Razer. Кроме того, можно выиграть компьютерную мышь Razer. Или можно выиграть клавиатуру Razer. Кстати, стоила эта банка 52 гривны с копейками. Покупал я ее в магазине Varus. Не знаю, до какого числа у них эта скидка. В других магазинах пока что я видел дороже чипсы Pringles. И, кстати, акционные чипсы Pringles, то есть только вот эта акция, пока что я видел только в Варусе. Что касательно призов, то они здесь действительно прикольные, мне нравятся. Хотя выиграть их довольно тяжеловато. Кстати, здесь еще написано, что акция действует только на территории Украины, а также территории Российской Федерации. Очень странно, потому что на сайте там был выбор, можно было выбрать еще Беларусь. Хотя, видите, здесь написано, что гарантированный приз для Беларуси недоступен. То есть, по всей видимости, участвовать в Беларуси можно, но гарантированный приз вы получить не сможете. Теперь перейду на сайт, посмотрю, что же там есть интересненького, зарегистрирую этот код и посмотрим, выиграл ли я что-то в этой акции или, как всегда, ничего не выиграл. Итак, я зашел на сайт акции pringles.com и вот здесь eastern-europe-ru-gaming.html, но ссылочка будет указана под видео. Нажимаю на «Украина», «Принять» и «Продолжить». Открывай и развлекайся. Видите, здесь изображена как раз Xbox Series X. Здесь персонажи из игр. Наушники, клавиатура, геймпады, мышки. Приз в каждой банке плюс шанс выиграть Xbox Series X и аксессуары Razer. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Здесь есть кнопочка «Ввести». И здесь появляется стандартное такое окошко для ввода этого кода. Первая идет буковка L и затем 18 символов. Кроме того, здесь есть пункты условия акции и вопросы и ответы. Если кликнем на условия акции, то здесь максимально подробная информация об акции. Кстати, здесь можно почитать, какие призы есть в данной акции. Xbox Series разыгрывается 13 штук, гарнитура вот есть, два вида даже. По 10 штук. Стоимость, кстати, одной гарнитуры 420 гривен, а второй гарнитуры 1496 гривен. Кстати, стоимость консоли аж 16 030 гривен. Компьютерная мышь
Одна стоит 1300, вторая стоит аж 3183. И клавиатура стоит 5245, ну то есть очень крутые. Также вы можете получить промокод на бесплатную демо-версию Xbox Game Pass Ultimate на 7 дней. Тут также расписано, как можно активировать этот Game Pass. Ну и прочая другая информация. Также есть вопросы и ответы. Здесь можно поискать ответы на ваши вопросы. Если вы не находите ответ на ваш вопрос здесь, тогда уже переходите в условия акции. Ну а я пока что буду переходить к регистрации кода. Для этого я ввожу код со дна банки и нажимаю на кнопочку «Ввести». Далее у меня появляются вот такие вот два поля. Нужно ввести ваш адрес электронной почты и пароль от вашей учетной записи Pringles или зарегистрироваться. У меня учетная запись есть, но надо сейчас будет вспомнить, на какую я почту и какой пароль регистрировался. Итак, далее у меня появилась анкета «Войдите в свою учетную запись Pringles или зарегистрируйтесь». Здесь у вас указано имя, фамилия, адрес и другие ваши данные. И после того, как я нажал на кнопочку «Продолжить», у меня почему-то здесь колесико крутится, но ничего не происходит. Попробую сейчас еще раз обновиться и еще раз ввести код. Короче говоря, вот что у меня возникло после этого. Ой, что-то пошло не так. Ошибка 106. К сожалению, возникла ошибка. Обратитесь в службу поддержки клиентов, указав код ошибки 106. Или найдите подробную информацию на странице «Вопросы и ответы». Я думаю, что на странице «Вопросы и ответы» здесь ответ я не найду на данную ошибку. Да. И снова что-то пошло не так, но уже код ошибки у меня 100 выдает. И сейчас еще разок попробую. В общем, похоже, что код мне так и не удалось зарегистрировать в этой акции. Хотя я попробую написать, скорее всего, в службу поддержки клиентов, но я чувствую, что ничего я не выиграл. Вот такая вот очередная акция от чипсов Pringles действует до конца марта. И если вдруг вы будете их покупать, то есть чипсы Pringles, то, конечно же, лучше берите акционные, где написано вот Xbox, потому как вы сможете зарегистрировать этот код и попытать счастье, возможно, вам повезет выиграть либо игровую консоль Xbox Series X, либо компьютерные призы Razer. Но на крайняк сможете получить гарантированный приз 7 дней бесплатно Xbox Game Pass. У меня же на сегодня все. Как всегда, не забывайте жмякать лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока!